этот человек очень сильный, смотришь ему в глаза и видишь максимальную уверенность вообще, мне кажется, в каждом движении, в каждом действии, в каждом слове его. Он мне всегда давал играть и верил. Это крайне редко для тренера, просто верил. Этот тренер вот останется на долгие-долгие годы в памяти и никогда оттуда не уйдет, потому что он великий. Водное поло, в принципе, наверное, самый такой гармоничный вид спорта. Почему? Умеет плавать, умеет бороться, умеет выживать, самое главное. Понимаете, игрок? Это для жизни это очень много. Когда начали первый тур играть, да и второй тоже, было прям вот видно, что все так безумно соскучились по игре, у всех такое было желание, поэтому, я думаю, это дало свои плоды, что мы себе такой задел уже сделали. Жадность вот эта появилась за эти два тура, была видна в лицах, в глазах и так далее. Вот из-за того, что, да, долго игр не было. Сейчас мы их будем нагружать, потом будем все отпускать. Евролига у нас стартует вроде 4 февраля, первая игра. Подгруппа очень у нас интересная. Ну, в принципе, нам никогда не было легко. Наша группа очень сильная. Это Моторо Испания, Медитеране Испания, хозяйки – это Верона, где у них там перешли очень много. И там и канадки играют, и новозеландки, и австралийки. Ну, то есть и из других итальянских клубов усилились те, кто играет в национальной команде. И приличная команда Венгрии, называется Теле. В общем, будет интересно.